Ну, вы знаете, наш фонд, в принципе, публичен. Во-первых, все участники программы могут посмотреть свою личную карточку, увидеть, что находится на выборе. Можно просто посмотреть, что есть. Мы не то, что ничего не изменили. В принципе, как было, так и есть. Участники социальной ипотеки платят деньги, выбирают свою квартиру, могут поменять по ходу. Единственное изменение, которое это было, проведено год тому назад, то, что можно было выбрать квартиру, получить протокол, а потом получается, протокол получил, а другую квартиру выбрать уже не можешь. А потом ходишь и вот уже завязанный, привязанный к этой квартире. И изменить еще невозможно. Появляется очень много нареканий, ну как так вот, обещали, а настолько бывает, что один год какой-то выполнен, какой-то не выполнен, отстает и так дальше. Мы дали возможность, более широкую возможность людям сказать, пожалуйста. Поэтому мы решили делать, что итоги будем подводить за 30 дней до ввода объекта в эксплуатацию. Для того, чтобы люди могли выбрать квартиру, увидеть ее, принять ее, сказать, да, она вот такая нам нравится, вот именно это мы хотим. И после этого становится совершенно бесполезным. Мы сегодня достигли такого показателя, мы говорим, что буквально на 3-4 день после получения официального разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, люди получают эти документы, заселяются, начинают жить. При этом сразу могут и заключить и договора, и там все юридические дела совершить. Это позволяет снять ненужные амбиции друг друга, не наносить другие обиды, те, которые, может быть, никто-то не заслуживает. Мы просто разделили эту обстановку таким образом, выведя отношения, исходя фактически положения вещей. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ».